Это секретный ход. Ребята, я нашел секретный ход. Давайте войдем туда. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в игру, которая называется Rayman Legends, ребятки. Ну что ж, давайте посмотрим, что это за игрушка и с чем, собственно, ее, ребятки, едят. Погнали! Прошел век. Целый век они лишь без конца зевали и храпели. Похоже, что герои Луговины снов во власти всесильного безделья. А может, мои крошки просто очень устали? За это время кошмары размножились. Они расползлись, породив новых демонов, намного страшнее прежних. Луговина снов в опасности, мой друг. Лети, скорее пробуди наших великих героев. Короче, ребятки, я так понял, что на нашу деревню, на наш лес напали злые, нехорошие бандиты. И нам надо будет от них отбиваться, как всегда, вроде бы. Я так думаю. Сейчас посмотрим, собственно, что это такое и с чем это едят. Вот дракон украл кого-то и улетел, ребятки, вы видели? Так, а что это такое на дереве-то? Это я сплю, ребятки, наверное, да? Нажмите W, чтобы разбудить. Ого, ребята, вот это меня разбудили. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Rayman, быстрее вставай. На нашу деревню напали. Там. Давай быстренько вставай. И защищай. Отлично, спасибо, что меня разбудил. Погнали. Посмотрим, что нас ждет, ребятки. Вай-вай-вай-вай-вай. Так, вот это мы можем, наверное, ребятки, ударить ногой. О, рассыпалось, вы видели как? Вау. Давайте собирать вот этих штук. Прикольно, ребятки. Вай-вай-вай. Круто. Так. Так, а нам можно, ребятки, как-то, наверное, спасти вот этого чувачка, да? Вау. Все так медленно, как под водой. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Отлично, ребятки, мы спасли его. Погнали. Посмотрим, что там впереди. Побежали. А это кто такие? Это и есть эти злые бандиты, что ли? Я не понял. Нате, получайте с кулака. Нет, не подходит. Нате, вот так вот вам. Вот так вот, отлично, ребята. Так, а это что, ребятки? Это секретный ход. Ребята, я нашел секретный ход. Давайте войдем туда. Что это такое? Здесь, наверное, мне надо кого-то собирать, ребята. Да, вот этих штучек. Ребятки, вот это их надо мне собирать. Наверное, это как типа бонусный уровень, я так понял. Вон, видите, в левом углу у меня, ребятки, происходит нечто такое. Вай, ребятки, да что ж ты будешь делать? Это кто такой? Мне надо его спасти, что ли? Бэм! Все, я спас своего дружбана. Все отлично, круто. Все, мы выходим отсюда, из этой черной дыры, в которую мы только что попали, ребятки. Погнали, посмотрим, что у нас дальше.
все, ребятки, и он мне дарит свою любовь. Спасибо большое, все. Я с... А, это жизнь, я так понял, он мне подарил. Я с этой жизнью теперь хожу, ребятки, все. Давай, давай. О, что это за дракон? Ва, помогите мне хоть кто-нибудь. Пожалуйста. Все, ребятки, прилетел мне на помощь какой-то чудик, который, наверное, меня сейчас спасет от этого злого червяка. Все, он его глаз, видите, набил глаз ему. Мы сейчас быстренько пробежим там. О, отлично, все, убегаем, 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 убегаем. И на грибочек. Вау, ребята, куда нас грибочек занес-то? Посмотрите, как далеко. Да что это такое? Нажмите, чтобы защекотать противника. Все, защекотали мы противника, ребятки. Это, конечно же, круто. Вау, и освободили, ребятки, заложников, пленников. Так, ну что ж, погнали, 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 погнали дальше. Вперед, 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 вперед. Вау, ребята, отлично. Видели, как я ему бороду дал? Вот это да. Вау, назад, 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 назад. Вау, нет, нет, нет. Фух, ребята, хорошо, что нам чувак подарил жизнь, потому что сейчас бы мы ее потратили бы, наверное, и начинали бы все сначала. Так, все, ребятки, отлично, мы защекотали и вошли в эту дверь. Так, это какой-то замок, наверное, ребят, я так понял, куда мы входим. Да, ребят, это какое-то старинное помещение, старинное, и здесь нам надо будет что-то делать. Сейчас посмотрим, что. Нажмите W, чтобы обрезал веревку. Все, отлично, этот чувак мне помог обрезать веревку. Отлично, давайте побежим дальше. Вау, что это такие? Нажмите S для удара. Да легко. Бэм! И вот так вот они уничтожаются, да, я так понял. Также можно на них вот так вот прыгнуть. Вау, сделать сальто. Так, нажмите, чтобы потянуть за ручку. Ага, все, понял. Побежали, побежали, побежали быстрее. Что это за души я активировал, ребятки? Это эти штучки, которые мне надо собирать. Давай, давай, прыгай сюда. Потом сюда, потом сюда. И бей противника. Пускай он упадет в воду. А нет, он рассыпался сразу. Так, все, веревку нам помогли, ребятки, перерезать. Теперь мы сможем, наверное, расшататься на веревке. О, мы также можем, ребятки, летать, если вы не знали. Но мы это делаем только по определенному, ребятки, желанию. Вау, ребята. Наша этого, мы не спасли этого чувачка, ну ничего. Можно было спасти, ребятки. Так, ничего, погнали. Посмотрим, что нас здесь ждет. Нажмите, чтобы он сдвинул. Нажал. Вау, прыгаю, прыгаю, прыгаю. Так, 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 подождите, откуда он взялся-то? Еще прыжок. Вау, да что ж ты не держишься, что ж ты? Да что ж такое? Фух, ребятки, чуть не упал в эту, в дырку. Так, отлично. Отлично, пока все идет, ребятки, так, как надо. Так, это мне крутить надо, наверное, да? Так вот, что ли? Ага, вон бандит, ребята, стоит. Видите? Я вижу, вот он. На, получи, получи, получи. О, отлично. Отличненько, ребята. Вай, 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 вай. Что это такое? Что это за репка? Давайте вырвем ее. Вау, это крутая репка, ребята. Она мне дала жизнь. Она мне дала жизнь, ребята. Так, а что это такое? Вай, 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 сюда, сюда, сюда. Монета, ребята. Вот так вот, отличненько, хорошо. Отлично, все круто. Так, 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 побежали, побежали, побежали. Ну что, будет он обрезать? Обрезать, да, ребята. Все, мы все обрезали. Вай, 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 доскочи, доскочи, доскочи. Все, отлично.
О, здесь бандит держит, ребята, эту. Вот этот бандит спрятался, давайте его убьем. Держал моего заложника, друга, ребята, это никуда не годится. Прыгай, 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 лети, лети, лети. Отлично. Такая музыка, ребятки, страшная. Ох, его прибило, ребята, вы видели? Ха-ха-ха. Вот это прикол, да? Так, этот приехал, я скакаю, получается. Отлично. Следующий. Ага. Вау. Так, ребятки, подождите. Мне же надо как-то пройти этот уровень страшный, злосчастный и довольно-таки тяжелый, ребята. Так, это ко мне вези. Буду прыгать. Так, это сюда. Еще раз ко мне. Это от меня. Вау. Вот это эпичный прикол, ребята. И здесь надо его защекотать. Вау, и ударить вот так вот, ребятки. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень. Это просто круто, ребятки. Так быстро. Я не думал, что мы так быстро сможем его пройти, ребята. Погнали. Да, ребятки, отличненько. Посмотрим, на что мы способны. Так, ребят, пробел ускорить. Это то, что мы, наверное, получили за этот уровень, да? Так, малютки в опасности мы, ребятки, прошли, я так понял. И теперь у нас открылись новые уровни, ребятки. Да, ребятки, у нас открылись новые уровни, видите? Это просто круто. И я вам хочу сказать, ребятки, что стоит отметить тот факт, что это довольно-таки прикольная игрушка, и мне она довольно-таки сильно понравилась. Если вам она понравилась тоже, ребятки, ставьте пальчики вверх, подпишитесь обязательно на мой канал и поставьте какой-нибудь комментарий. Также не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики на моем канале, ребята. А я, ребятки, с вами прощаюсь, этот эпизод подходит к концу. Вы были на канале Вечное Детство, с вами был, как всегда, Юра. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.